Всем привет! С вами Нот, с вами Unruly Heroes. И мы продолжаем это замечательное приключение. Познаем мир японской мифологии или китайской. Обезьяна-кобыли. Китайцев или японцев? По-моему, японцы. Японцы, да? Так. Ха! На, тут даже стрелочку не надо держать. Он сам. Давай, где босс? Тоже еще ждать буду, когда все откроется. Разбежались. Ого! Выглядит пафосно. Не ожидал, что он будет, если честно. Ё-моё, ты кто вообще? То есть ты сейчас на меня своей задницей кричал, или что это было? Чё происходит? Куда? Господи, я не понимаю, что делать. Я же нажал! А здесь их уже восстановить нельзя, да? А нет, можно. Давай, восстанавливайся. Господи. Черт. Я не понимаю логику атак. Давай. Черт. Ай. Так, ладно, первую фазу мы победили. А монетки хоть бы дали собрать? Что делать? А черт. Понял. Воу. Давай. Да нет, тут надо было тебе отвернуться. Куда? Да тут непонятно, куда бить-то его. Ну, логику я примерно понял. Черт. А куда уходить, куда? Так, и где он будет? Окей. Давай. Черт. Мы тебе все равно покажем. Давай. Ха. Что за тебе рыбками? Хорошо цепляет. А кто ты вообще такой? Мне вот это больше интересно. Что это такое? Черт. Аба.
Давай. Опять я своих этих фиговин на меня натравил. Ну, пока попытка хорошая. Давай еще. Мне нужен этот камень. Аба! Черт! Хо-хо-хо, красиво! Настало твое время. Силач. Очень маленький радиус. Стой, блин, монетки! Что это дает? А, понятно. Интересная механика. С какой стороны-то он летит? Хо-хо-хо. То есть их нужно можно дальше откатить. Так, хорошо. Опа. Фух. Секунду, что тут пишут? Да, я тут слежу за одной новостью, тут просто офигеть. Да. Все, да не в бровь, да в глаз. А там слежу за одной новостью, то, что на Украине творится. Потому что сейчас там людей тупо избивают, и все это пытаются покрыть, и я офигею. Ах ты ж гад. Ха! Нет! Это было по меньшей мере неприятно. Ну, в принципе... Логика понятная у сражения. Так, господи. Да блин! Я же не заметил это даже. Ух ты. А где уже две души? Как так-то? То есть эта фигня может разрушить душу. Да, она душу разрушает, офигеть. Матерь моя. Умри! Черт! Не до конца открыл. Ёж, что я за ногу? Ха! Почему он такой жесткий-то? Чё? Ну я вот и жду. У меня два варианта. Либо все будет нормально, либо нет. Если... Самое идеальное будет, если да, они уйдут, и я буду у них работать. Единственный минус — это работа в поселке. Скажи. Ну, да. Сейчас где он тут. Там, примерно. Ну, я не знаю, это их мифология какая-то. Алешки, смотри, нравится там мультик?
Да блин, я не знаю, что делать. Подставили все с работой. Вообще, меня же должны были до карантина повысить, да? А поскольку карантин, кризис не повышает. Я там также младший консультант мог быть бы старше. И вот, могут туда не взять, не могут поставить ревизию, сказать, в смысле, младший архитектор, вы с ума сошли? Мне скажешь, нифига ты не знаешь. Потому что я и правда, я не знаю архитектора, я говорю, что буду изучать все это, говорит, ну ладно. Говорит, мы тоже все изучать будем. Ну это САП, он сам по себе дорогой. Да. Ну там надо знать, видишь, ба, этих сервера и прочее. Ну, короче, к концу августа я скажу что-то как. Прикольно. Новинки? В воскресенье? Странно, вас нет в моем списке. Но это не важно в любом случае. Ты кто вообще? Добро пожаловать, потерянные души, в землю, не знающие солнца. А ты кто? Если вы впали в детство или утратили способности, не переживайте. Это со всеми случается, просто побочный эффект от смерти. Скоро ваше прошлое забудется. Если вам кажется, что вы попали сюда по ошибке, и уж поверьте, всем так кажется, вы можете попросить о встрече с царями преисподней. Лишь они могут вернуть заблудшие души на землю живых. Послушайте, просто выполняйте правила, и мы поладим. Правда, все просто. Какая свинка гласная. У этого глаза дебила. И птица сверху. Да, прикольно. И реально, у меня такой кувырок есть. Хорошее начало. У меня уже корона здесь сразу, ничего себе. Перелет. Что это за... Я вообще беру ее, не беру, не понял. Нет, я ж попаду на нее. Чуть-чуть не... Я хочу понять, что это за звезда. Да не скидывай меня ниже. Я просто не вижу, куда падать. Как меня бесит камера. А, то есть она не берется. Обманка. Да, нужна мне эта монетка, честно. Этот всю жизнь спал вообще. Ай! Ну, ожидаемо, знаете, подобная вещь. Только зачем она в аду, непонятно. Поехали. Давай, езжай, 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 езжай. Черт, я-то думал, он может. Мать моя, хорошо, я так прокорябало. То есть миссия, где ты не можешь ничего делать. Классно.
А чё нет-то, да? Понятно, мы ждем, когда он перевернется, чтобы убежать. Эх, долго ждать, долго. Лошадки вообще. Кто ты такой? Это что? А, телепорт. Да, не нужны мне эти монетки. Окей. Ай. Поспешил. Да, блин. Давай. Господи, как это неудобно. Я, конечно, знаю, в многих играх так делают. И как мне тут попасть? Ага, непонятно как. Просто жесть, честно. Обязательно было на все нарываться, да? Что происходит? Ахахахаха! Это жесть! Просто вынос мозга, честно. Загробный мир играть детьми, вообще ужас. Это нормально? То есть без меня она не едет. Газуй, 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 газуй. Чё там почти сдох. Тупо едь, 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 едь. С богами, а да вообще, кто это? О, опять вынос мозга начинается. А здесь что? Ага. Ага. Все довольно просто. То ходи, монетки собирай. Кому это надо? Но точно не в платформере.
Ха! Красиво, прям вообще профессионально иду. Так. И. О, опять загадки. Классно. Попасть, получается, нельзя, да? Давай. Глупый обезьян. Так, хорошо. Ага. Фух. Хорошо летим. А, вон куда надо. Черт. Так, плохо дело. Я потерялся. Такс, окей. Ага, еще пролететь надо два пролета. Фух. Так, давай сюда теперь. Опа. Теперь туда. Да нет, туда лети. Вот, открылся проход. Господи, как-то сложно. Хо! Я смог. Обезьян может все. Вот ваша персональная душа. Все время держите при себе. Души очень хрупкие. Будьте осторожны, не повредите их. А теперь проходите, не задерживайтесь. Следующий. Ох, у меня так болит спина. Окей. А здесь кто? Чтобы все вместе было. Большой экран. Ну, в смысле, расширить. Так, нас укурился. У нас появляется есть душа. Ага. Как-то странно стреляет. То есть это теперь мое оружие? Странное оружие, если честно. Что происходит? Не понимаю. О, маленькие, они прикольные. Один, правда, на давно похож, но что поделать. Давайте еще одну миссию и все. Вот они дадут. Не дадут. Ох, фига себе, такое можно. А.
забавно, какой-то прям детский парк аттракционов. Прикольно. Нет, в другую сторону. Но. Спейс. Блин, неудобно. Класс. Именно где надо было, там пролетел. Как? Да, управление дико неудобное. Фига себе. То есть надо зажать Space? Господи. Я никогда к этому не привыкну. Да и привыкать-то смысла нет, если учитывая, что эта серия, ну, это кончится. Что, самонаводка? Классно. То есть у этого, тоже мелкие. У этого. Нафига мне туда? Нафига Казебаян? Что за мешки какие-то? Так, поехали. Нормально все, нормально, нормально, нормально. Он почти не коцает. Да нет! Господи, я же в другую сторону ехал. Давай, 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 давай. Господи. Папа. Ты можешь в другую сторону поехать? Я же даже не отодвигаюсь. Всякие пути открывать. Нафига мне это? Говорит, туда иди. Ну окей. Как это работает, я не понял. А, душой нельзя касаться синего. А, красного этого. Понял. Ха.
Хитро. Давай туда, 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 туда. Вообще неудобно в роли, дичайше неудобно. Кошмар, как я здесь должен проходить? Господи, когда это закончится? Хо-хо-хо. Как же это стрёмно смотрится. Я думал, тут будет легкий расслабляющий платформер, но нет, он старается меня убить. Да нет, ну что за отстой ты такой? Фух. Аж пропотел немножко. Прощайте. Мне нет смысла с вами воевать. Ага. Матерь моя. Альма-матер причем. Тяжело было. Блин, походу надо от них избавиться, потому что эти, иначе эти головасики меня заедят просто. Давай, миси, 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 миси. Миси, я никогда не мисил. Я ж попал. Просто ад. А, как же это неудобно. Да ладно. А как? Он слишком дерзкий, тут надо как-то успевать одновременно сжать туда и туда. Да как? Ты делаешь полный, то не полный, то полный, то не полный. Space я нажал. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то мне эта игра перестает нравиться. Я понимаю, у меня могут быть руки и задница, но блин. Господи. А как? Наверное, просто стрелять надо.
Все, не допрыгнул, считай, умер. Ну, дерзко по сравнению со всем остальным, что было. А, нет. Господи. Просто умрите все. Господи, только не греши мне сначала. Я прыгал. Врежь же мне. Да мне вообще на вас наплевать. Блин, когда эта дебильная миссия закончится? Просто между этими красными ездить, да просто ад. Так, хорошо. Так. Ого, уже и такие есть теперь. Нет, а как? Я даже не знаю. Где я буду? Далеко, да? Хо-хо-хо. Наконец-то. Красавец, красавец. Да-да-да. Цари преисподней сюда. Спасибо, я бегу. Ну блин, здесь начинается уже какая-то ересь. Я понимаю, да, они хотят усложнить и показать. Но блин, это жесть же. Но молодые они мне нравятся. Свинья и обезьяна, все остальные стрёмные. Ого, еще какой-то. Ну, к нему мы придем в следующей серии. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.